Да, мы тут были. Вон они еще с гранатами тут есть, смотри. Но уже в чемодан не Вот такие туристические лавки. Вообще-то магазины уже все закрыты, но туристические лавки работают все время. Это тюбетейки бисерные. Нет, не бисерные. Не бисерные. Просто красивые тюбетейки. Такие вот шапки. Вот такие сложные. Ну и опять всякая вот такая. Вот еще такая лавочка. Много всяких фигурок. Всяких-всяких. Просто изобилие, да. Это прям пасхальные яйца. Туристический рай. Здравствуйте. Вот такая красивая стена. Это все еще купола. Вот такие вот велосипедики, часики. Вот такие волшебные лампы Аладдина.
красивый такой приятный магазинчик. Можно? Ну, это лучше не выше, вот такие-то тоже сумочки. Да деньги. Нет. Мам, не знаю. Ну все, как тут так разыгралась жизнь. Молодежь, мама, ученика же нет. Я говорю, тут ученица сочинит, мама. Я думаю, Йодан. Какая красота. Солома, сумки. Из бисера сумочки. Граната из бисера. Смотри, какая красота. Вот с кружевами. Красивые такие рубашечки. Вот еще такая лампочка. Это точно тысячелетняя история. Это какой пик? Интересно смотреть. Да, здесь прохладно, здесь он сухой. Ковры. Очередная пещера Али-Бабы.
Сейчас мы здесь пройдемся. Ой, какие тюбетейки. Ну, мы прям простые на рынке. Вот это старинные сидельные сумки на верблюдах. И шакак, и лошадях. Старина немеренная.